наш проект с успехом идет не только в России, но и более чем в 10 странах мира. Мы с зарубежными коллегами думаем о глобальном международном турнире удивительных людей. И сегодня сделаем первый шаг к такому планетарному формату. Ведь сегодня в нашей студии пройдет поединок двух супергероев, обладающих талантом стереоскопии. Встречайте, представитель России, участник первого сезона Евгений Дубин и участник итальянского шоу «Супермозг» Франко Джинготти. Меня зовут Евгений Дубин. Я финалист первого сезона проекта «Удивительные люди». У меня шок. У меня просто вот больше нет слов. Браво. Спасибо огромное. Привет, я Франко. Мне 54 года. Я из Италии. Я эксперт в области стереоскопии и 3D-изображений. Впервые я заинтересовался стереоскопией и начал проводить свои первые опыты в возрасте 14 лет. В 17 я издал свою первую книгу со стереоскопическими картинками. В дальнейшем работал в этой области и сотрудничал, в том числе с российским издательством. Участие в проекте «Удивительные люди» дало возможность расширить границы стереоскопического зрения лично для меня. И после этого было приглашение на польский проект. Оттуда я приехал с блестящим результатом, с кучей душевных знакомств и обретя новых друзей. Я очень люблю Рим. Много лет назад я придумал проект 3D-кинотеатра. Но только совсем недавно удалось открыть такой кинотеатр для туристов. Там они могут в стереоскопическом изображении увидеть красоту и особенности нашего города, столицы Италии. То, что обычные туристы не видят. И мне бы хотелось сделать такие кинотеатры в других городах, в других странах. Я бы очень хотел, чтобы мне позволили сделать такое в Москве. Вскоре после польского проекта меня пригласили в Италию, где я должен был сразиться с именитым итальянским стереоскопистом Франко Джинготти. Но тогда эта встреча не состоялась. Проект «Удивительные люди» дает нам с Франко возможность все-таки эту встречу осуществить и побиться в батле. Радостно вас видеть. Бонасера. Жень, что изменилось, пока мы не виделись? Ухудшилось зрение. Да ладно? Что такое? Сам пока не знаю. Подождите, мы не можем рассчитывать на победу в поединке? Мы же рассчитывали. Нет, рассчитывать можем, конечно. Да? Но хорошо. Я буду стараться. Ну, правильно, я считаю. А вы побеждали в программе в Италии? Sí. Да. Да, безусловно. И в Италии, и в Чили, и в Оланде. Правда? В Италии, в Китае, в Голландии. Блестяще, нет, но мы понимали, круто, что у нас в гостях международная звезда. У нас сегодня поединок гроссмейстеров. А судьей этого поединка мы попросили быть Василия Ключарева. Также мы ждем мнения наших звездных гостей. И вот что им предстоит оценить. Как мы уже видели, в нашем проекте стереоскопическое зрение позволяет находить мельчайшие отличия в двух изображениях путем наложения их друг на друга. Сегодня нашим героям предстоит сделать именно это. Но, во-первых, эти изображения будут трехмерными. Во-вторых, их будет очень и очень много. В-третьих, соревноваться нужно будет на скорость. Пойдемте, прошу вас, занимайте ваши пульты. Первый раунд. Перед каждым из участников два экрана. На двух экранах 240 кубиков Рубика. Каждый кубик — это 54 цветных сегмента, а значит, всего на двух экранах 12 960 сегментов. И цвет только одного из них изменен и не имеет пары на другом экране. После моей команды участника предстоит найти этот несовпадающий сегмент, указать на него с помощью джойстика и нажать на кнопку, зафиксировав свою находку. Тот, кто первым ответит верно, получит 1 балл.
Если же выстрел сделан, но сегмент указан неверно, балл получает соперник. Если правила понятны, мы начинаем стереодуэль. Итак, первый раунд. Старт! Можно совместить, как можно заметить, это какие-то грани, которые отличаются. Ну что ж, Франко сделал свой выбор. Да, вот я вижу. Давайте проверим, правильный ли это выбор. Нет, вот. Вот где находились кубики с отличием. И это означает, видимо, по нашим правилам, что один балл достается Евгению. Ну, да, да. Да, вот они, различия в деталях, которые должен был увидеть Франко. Второй раунд. Здесь также 240 фигур на двух экранах, но состоят они из неоднородных сегментов. То есть перед каждым из дуэлянтов 5760 треугольных сегментов и 2160 прямоугольных. Я не знаю, возможно ли сделать то, что мы просим, но давайте попробуем. Готовы ли вы, Франко и Евгений? Если да, начали. Голова закружилась. Стоп. Невероятно. Невероятно, потому что мне кажется, что вообще что-то определить вот в этом наборе вращающихся фигур вообще нереально. Там абсолютно крошечные цветные сегменты. Но выбор сделан. Выбор сделан. Вот фигура. Это предложение Франко. Желтый. Давайте проверим, меняется. Правильная ли это находка. Нет, к сожалению, нет. Давайте покажем крупно вот эти фигуры, которые правильно красным отмечены. Вот треугольник здесь желтый, там голубой. По всей видимости, вот так. Франко рискует второй раз. И счет 0-2. Надо замечание сделать Евгению, что он вообще не принимает участие. В боксе, если ты не работаешь, тебе дают предупреждение. Потом очко снимают, и все. Третий раунд. Сложность повышается. 960 пирамидок. 25920 треугольных сегментов перед каждым из участников. Вы готовы? Готово. Старт. Не, ну это нереально. Ну, конечно, нереально. Извините, два не сделали. Я так думаю, надо до утра настоять, искать. И не найдешь.
Стоп. Стоп. Франко снова рискнул. Если Франко сейчас ошибается, счет становится 0-3, и поединок заканчивается. Но вне зависимости от результата я восхищен Франко. Но давайте посмотрим, правильный ли это выбор Франко. Итак. Да. И это правильно. И это... Покажите, давайте, фигуру крупнее. Да. Да. Вот треугольник Франко. Это правда. Вот я хочу пожать вам руку, потому что вы к тому же еще игрок. Вот это классно все. Вот вы играли. Франко, аплодисменты вам. Евгений, аплодисменты вам. Прошу, садитесь сюда.